Городская полиция предлагает ужесточить законодательство в отношении уличной торговли. С приходом тепла стихийные рынки вновь расцвели в Тюмени. Сотрудники администрации выходят в рейды и выписывают продавцам протоколы. На этом полномочия чиновников заканчиваются, да и штрафы невелики – от 500 до 1000 рублей. Полицейские, по их словам, тоже ведут активную работу, но стихийные рынки почему-то не сворачиваются. Не хватает, на мой взгляд, как бы административного ресурса в плане какого-то решения в виде, ну я не знаю, указа какого-то, решения там городской думы о том, что вот, вообще нельзя там торговать, запретить как бы это все. А так это возникает стихийно. Пока мы там стоим, никого нет. Мы как бы ушли, появились. Напомним, что накануне этим вопросом заинтересовались городские депутаты и прокуратура.